Значит, в прошлый раз мы удивили самих себя, потому что ни с того ни с сего вдруг поняли Аристотеля. У Анаксагора, у Платона чувство – это ощущение, чувство, тело – это смешение и поток. То есть неразличенность качеств. И существует такая, в общем, оппозиция некоторая, простая. То есть вы эти писатели или поэты, кто там, Анаксагор, поэт-писатель. У них это прямо нет, но предполагается, что ощущения – это некоторый способ существования качеств, находящихся, лишенных формы, находящихся в состоянии хаоса. Хаос впечатлений, чувства, предоставленные самому себе, хаос впечатлений. И мы по этим следам ходили много. А что делает Аристотель? Аристотель говорит, что само тело, чувство есть форма. И приводит простое соображение, вам до боли известное. Когда я вижу стол, то я вижу сам стол, а не то, что я его вижу. Самовидение мне не дано предметно, следовательно, делает вывод Аристотель. Совершенно безупречный вывод. Самовидение, сам глаз есть форма. То есть нечто не предмет, нечто лишенное пространства и качества. Или, как говорит Анаксагор, он чисто не смешан. Но он говорит, ум чисто не смешан. А Аристотель говорит, тело точно так же чисто и не смешан. Кто делает тело формы, естественно, душа. Но как бы то ни было, душа достигает этого вот состояния тождества себя и тела, души и тело превращается в форму. Следовательно, ощущение не есть поток. Ощущение не есть смешение. Ощущение не есть неразличимость качеств, как это у Анаксагора и Платона. Потому что само ощущение есть форма. Само ощущение есть форма. Полный переворот в понимании отношения ума и тела. Еще раз, если у Анаксагора ощущение – это смешение, а ум – форма, то есть чисто не смешано, то есть определение формы. Если у Платона то же самое, ощущение, предоставленное себе – это неразличенность качеств. И у Канта ощущение – это тоже… Ну да, то математическая точка. Это материя. Да. Вот. То у Аристотеля вдруг само тело, само чувство, само ощущение есть форма. А вовсе не хаос впечатлений. Строгое, сверхчувственное. Чувство есть некая сверхчувственная форма. Сверхчувственная в смысле не пространство. Значит, форма первее содержания. Форма первее материи. У Анаксагора и Платона это не очевидно, потому что в ощущениях есть качество, но лишённое формы. Ум есть форма, но лишённое качества. Таким образом, никакого первенства формы
над содержанием нет. Но если ощущение есть форма, само ощущение есть форма, то возникает совершенно иная ситуация, совсем иная ситуация, когда форма первее качества. Сначала форма, если говорить даже во времени, я этого не понимаю. Логически, безусловно. Так а материя-то что является? Материя какая? У нас есть форма в виде ощущений, есть форма в виде ума. Вроде материи вообще нет. Кроме ощущений, так сказать, и понятий, и там ума ничего больше нет. Ну, раз форма первее, логически и во времени, что можно еще говорить одно и то же. Надо подумать. Мы привыкли различать во времени логически, но на самом деле есть разница. Первее, значит, первее. Что значит одновременно, но логически первее другое. А, как бы то ни было, если форма первее, то, конечно, возникает вопрос, что такое материя, что такое качество. Если сначала форма, а еще раз повторяю, у Аристотеля впервые так. Сначала форма, потом. В каком смысле? Аристотель объясняет единственный смысл. Форма первее. В том смысле, что она актуальна. А содержание становится. Все. Это вообще единственный возможный ответ на вопрос. Что значит форма первее? Она что, пустая? Голая? Да нет. Тогда был бы просто тупик. Если мы могли представить себе пустую форму, которая первее. Сначала мы мыслим форму, а потом, если захотим, помыслим красное и соленое. Получается тупик. Нет. Единственный смысл первенства формы в том, что она актуальна. Она с самого начала есть. А предмет, то, что содержание, то, что становится в этой форме. Нет такого момента, когда форма сама по себе висит в воздухе, а в ней там может появиться, может не появиться содержание, качество. Нет, качество становится собой, поскольку становится в уже данной форме. Разница только в том, что способ бытия формы – это актуальность, а способ бытия содержания – это становление. В этой форме. Поэтому, собственно, и не совсем понятно, почему Аристотель говорит, что первее во времени, потому что они, разумеется, одновременны. Факт существования формы уже есть факт становления в ней содержания. И почему Аристотель говорит во времени, я все-таки не понимаю. Но логически, безусловно, так. Еще раз, если мы говорим, что тело есть форма, то, следовательно, форма первее. Без разговоров, форма первее. И еще раз, ни у Анаксагора, ни у Платона нет предпосылок к тому, что форма первее. Только у Аристотеля, который само чувство сделал формой. Таким образом, форма первее. Так а определение Аристотеля, что душа есть форма тела. Тут как тело. Ну, когда мы говорим, что тело форма, надо как-то пояснять, что это значит. Само-то тело, наверное, не форма. Но благодаря тождеству души и тела, как бы тело становится формой. То есть оно отождествляется с формой. Именно душа делает тело формой. Просто да. Мы об этом так много говорили, но я готов повторить с удовольствием. Не, просто у вас теперь как бы уже пройденный этап, у вас теперь тело уже по определению формы. Ну, это как-то немного диссонирует. Даже у Аристотеля говорят, душа есть форма тела. То есть тело все-таки как бы там. А тело форма вещи. Да. Тело как-то приводится все-таки к форме. Чтобы она стала формой, эта душа приводит тело, чтобы быть формой.
Потому что само по себе тело не форма. У Аристотеля еще душа и тело суть одно. Это что значит? Это значит, что душа, ум, достигает тождества души и тела. Именно ум, естественно, делает тело формой, но не так, что сначала ум форма, а потом тело форма. А так, что сначала ум форма, а потом есть тождество ума и тела. А потом ситуация, которую создает сам ум. А именно ситуация ум и тело одно и то же. Суть одно. Ум, строго говоря, не тело делает формой, а достигает тождества. Так вот, возводит тело в тождество ума и тела. То есть сначала ум, а затем тождество ума и тела. Всякое знание есть некое тождество ума и тела. И вот это тождество действительно прежде содержания. И именно в том смысле, что форма актуальна, другого смысла и быть не может. Раз Аристотель сказал, что форма первее, раз Аристотель сказал, что тело форма, следовательно, форма первее. А если форма первее, следовательно, в этом единственном смысле, форма актуальна. То есть очень, я хочу сказать, очень красиво и логично, очень связано и цельно. Форма актуальна, а содержание становится в этой форме. Просто получается, куда ни не плюнь, везде форма. И все время актуальна. Душа форма, тело форма, ощущение форма. Вот все форма просто. И кроме форма, становящегося содержания. Которого как бы нет, потому что до него не добраться. Может быть и так. В каком смысле мы добираемся до содержания, это действительно большой вопрос. Оно с самого начала дано нам как бы много, под формой. Много форм, как бы получается. Точнее, одна и та же форма везде. Пока да. Итак, форма актуальна, а качество становится. Причем понятие становления, говорил в прошлый раз, для цельности просто повторю, понятия становления нет, опять же, и не может быть ни у Анаксагора, ни у Платона. У того и другого качества есть, пусть они там перемешаны тысячу раз, пусть они там несутся неразличимо в бешеном потоке. Вот, как угодно, сколько угодно поэзии, но качество, тем не менее, есть. Красное остается красным, пусть оно там тысячу раз перемешано с соленым, но на само качество это не влияет. Качество переходит из состояния в себе, в состояние для нас, но как бы остается этим самым качеством. Мы в свое время, и вспоминали уже, пришли к кругу в этой ситуации. Если мы принимаем Анаксагора, то получается, или Платона, получается круг. Потому что мы... Потому что красное для нас становится красным, потому что оно уже было красным. Поэтому... А мы знаем, что оно было красным только потому, что оно явилось нам красным. Это, очевидно, круг. И мы довольно много с этим кругом наслаждались этим кругом. У Аристотеля этого круга нет. Форма первее, и в этой форме становится некое содержание. Вот человек, вот семя. Человек уже есть, но как форма. А семя есть некое содержание, которое существует, поскольку движется, поскольку есть уже форма человека. Уже взрослого человека. Поэтому человек первее семени. Взрослый человек, пишет Аристотель, первее младенца и первее семени. Но, разумеется, не как содержание. Аристотель говорит, как содержание, как раз наоборот. Семя, разумеется, первее. Если говорить о содержании. Но как форма, человек первее младенца и ребенка. Сначала взрослый человек, а потом уже ребенок.
Тем не менее, это вот то, что мы в прошлый раз обсуждали. Тем не менее, видите, если форма первее, то встает вопрос, каким образом, ну вот, каким образом возникают качества? То есть каким образом существуют качества? Ну да, каким образом существуют качества? Вот хорошо, форма человека первее зародыша, или семени, неважно. Но сам зародыш – это же не форма. Это же красное, соленое, кислое там и прочее. Это совокупность качеств, которая не измысливается. Если мы отбрасываем Анаксагора, отбрасываем Платона, у которых эти качества неразличимо предшествовали, в состоянии неразличимости предшествовали уму, то есть форме, то здесь нет этого предшествования. В каком виде существует материя, содержание? В каком виде существуют качества, если форма первее? Ведь остается верным все равно, что форма не измысливает, не делает соленое соленым. Эта тема остается все равно. Ну да, вот еще раз, есть форма человека, которая первее младее самого зародыша. Но зародыш – это не форма. Откуда взялась? Из формы взрослого человека родилось это вот склизкое, пахучее, там не знаю, какое оно, что в женщине там появилось. Оно же, опять же, не благодаря форме человека появилось. Готового взрослого человека, как-то появилось. Анаксагор и Платон говорят, что это вот нечто действительно предшествующее. Другая сторона знания. Вот есть форма без качества, есть качество без форм. Тут как бы все ответы есть. А если форма первее, то откуда все-таки качество? Этот вопрос, согласитесь, остается. Мы преодолели, очень красиво преодолели Анаксагора и Платона, но вопрос о происхождении качеств, о происхождении содержания, о происхождении красного и соленого не решен. Тем просто тезисом, что форма первее. Мы должны, видимо, обратиться к этому замечательному совершенно учению, замечательному учению Платона о жизни. Не о познании, а о жизни. Потому что у Платона есть рассуждение о жизни, причем о жизни тела. Это рассуждение вам тоже хорошо знакомо, но я сейчас к нему обращусь и его коротенько перескажу. Жаждущий пьет означает, что страдающий наслаждается.
чтобы получить удовольствие от влаги, нужно пострадать от жажды. Чем больше ты страдаешь от жажды, тем больше наслаждения от влаги. И чем меньше по мере питья, тем меньше жажда, то есть страдания, недостаток, тем меньше и удовольствие от питья. То есть жажда и насыщение влагой – это один процесс, где одно неотличимо от другого. Смотрите, снова неотличимо. Вместе с жаждой исчезает и удовольствие. Вместе с удовольствием исчезает и жажда. Это одно и то же событие. Очень похоже на то, как Платон описывал ощущения. Ощущение – это вот когда нечто по отношению к одному является холодным, по отношению к другому – горячим, следовательно, нечто одновременно холодное и горячее. Следовательно, про нечто можно сказать только то, что холодное есть горячее, следовательно, нет никакого нечто, а есть несущееся бытие. И холодное от горячего ничем не отличимо. Холодное есть горячее. Это рассуждение про ощущение, то есть про познание платоновское. И общий вывод Платона в том, что ощущение как знание не существует. Ощущение знания не дает. Потому что холодное есть горячее, никакое это не знание. Платон даже говорит, я вам приводил это уже, говорит, что нельзя даже сказать, что дело так обстоит, что одновременно нечто холодное и одновременно оно же горячее. Даже не так. А нужно сказать, что просто дело обстоит никак. Не так, что дело обстоит, что холодное есть горячее. Или что дело обстоит не так, дело обстоит, что так и не так. Холодное и горячее. Так и не так. А скорее надо сказать, что обстоит дело никак. Потому что этот тезис «холодное есть горячее» вообще не дает никакого знания. Как знание – это ничто. А как насыщение – это что-то, но не знание. Это жизнь. Это ситуация, когда жажда и питье представляет собой единый процесс, где жажда заканчивается вместе с тем, как заканчивается питье. Они вместе начинаются, вместе заканчиваются, и они неразличимы. Еще раз, чем больше наслаждения от питья, тем больше жажда, то есть страдания, и чем с уменьшением наслаждения уменьшается и страдание. Точнее, с уменьшением страдания уменьшается и наслаждение. Следовательно, нет телесных наслаждений, а есть смешанные наслаждения. По абсолютной величине равные всегда нулю. Голод от жажды, то есть насыщение от жажды, голод от еды, от сытости ничем не отличается. Повторяется собой одно и то же событие. Но события жизни, а не события познания. Когда я пью, мое тело испытывает вот некое состояние. Оно из пересохшести, там, не знаю, переходит в состояние перелитости. Вот. И наоборот, когда я слишком перелился, уже из ушей вода течет, а мне это, в общем, происходит процесс обратный. Вот. Это контраст, но это не познание. Если взять ситуацию с тем же горячим и холодным, то мы тоже имеем что-то такое охлаждение тела. Это некий процесс от горячего в холодное. Это что? Это некий телесный процесс охлаждения тела, некое переживание, которое к познанию имеет отношение. Как познание – это ничто, Платон прав. Но после Аристотеля мы можем сказать, что вообще познание таким не бывает. Вот, собственно, что я хочу сказать. После Аристотеля мы можем сказать, что познание уже не ограничивается этим платоновским выводом, что ощущение как знание ничего не дает.
ибо нет никакой определенности. Но мы должны после Аристотеля сказать, что это и вообще не знание, это неправильный подход к делу. Не надо рассматривать это переживание от горячего к холодному как ощущение, как неразличимость качеств, которые мы как бы пытаемся познать и находим только то, что горячее есть холодное. То есть как знание неудовлетворительно. А как жить вполне. От горячего к холодному, от холодного к горячему и обратно. Вот это нормальная, нормальная жизненная ситуация. И что мы видим у Аристотеля? Аристотель говорит, что есть животная душа, растительная душа и познание. Животная душа и растительная душа питаются, растут, но не познают. А познание, по Аристотелю, начинается с первенства формы. Вот ситуацию, которую мы имеем. В жизни мы имеем ту самую неразличенность качества, но не как опыт знания, а как опыт жизни, существования. А познание начинается с первенства формы. И вот с этим нам предстоит разобраться. Ибо, еще раз говорю, мы не можем игнорировать тот факт, что форма не создает качество. Качество все равно должно предшествовать. Как ощущение не годится. Аристотель прекрасно показал, что познание начинается с первенства формы. И само ощущение есть форма. Этот тезис не дает нам шансов снова, как Платон, углубиться в различие горячего и холодного, как в опыт познания. Чтобы прийти к тому, что это никакое не познание. После Аристотеля мы можем искать качество только в чем-то действительно предшествующем познанию, а именно существованию, переживанию, жизни, не знаю, какое слово тут годится. От горячего в холодное действительно переживание. Никакой интенции к познанию здесь нет. Тело охлаждается, это есть игра удовольствия и страдания. Опять же, Платон прав, здесь чем отличается жизнь от познания, потому что совпадает с удовольствием и страданием. Жаждущий пьет, страдающий наслаждается. Это абсолютно не познание, это вполне реальное состояние человеческое. В отличие от познания, жизнь – это всегда соотношение удовольствия и страдания. Так вот, если мы возьмем этот от горячего к холодному, это то же самое, что от жажды к питью, от голода к... Разумеется, это одно и то же. А если мы возьмем от горячего к холодному, то здесь есть одно очень простое, но очень интересное обстоятельство. Казалось бы, эти вещи не различены. То есть перед нами тоже некое несущееся бытие, когда нельзя отличить наступление холода и отступление тепла. Где кончается тепло и начинается холод, сказать нельзя. Приходит охлаждение тела. Где холод, где тепло, мы не знаем. Поток. А с другой стороны, такое простенькое обстоятельство, переход, дело в том, что переход от холода к теплу не то же самое, что переход от тепла к холоду. Это простенькое обстоятельство доказывает, что на самом деле качество есть. На самом деле качество есть. Это направленное движение. Понимаете, если бы качества были вообще не различены, нам было бы все равно. От горячего к холодному или от холодного к горячему. Если сказать, что холод есть тепло, то перед нами некая неразличимость состояния, и абсолютно становится абсолютно все равно, куда ходить. Охлаждаться или нагреваться. Но жизненно, телесно
Это разные состояния. И это доказывает, что на самом деле там качество есть. Есть. И так было ясно, что они есть. Но они не неразличенные. Только потому, что есть направленность. От горячего к холодному не то же самое, отчетливо не то же самое, чем от холодного к горячему. Значит, качества не просто не различены, мы не можем так сказать, а различены. Что значит различены? Различены – это значит, что… Что значит различены? Различены – это значит, что холодное есть отсутствие теплого. И в обратную сторону, если нагревается, теплое есть отсутствие холодного. Одно есть отсутствие другого. Это означает направленность. Если мы вдумаемся в смысл направленности, если мы движемся от теплого к холодному, то холодное есть не что иное, как отсутствие теплого. Когда движемся от холодного к горячему, горячее есть отсутствие холодного. Это и есть смысл направленности. Еще раз. Удовольствие и страдание, охлаждение и нагревание – это, с одной стороны, неразличенность, потому что действительно охлаждение исчезает вместе с нагреванием, холод исчезает вместе с теплом, и наоборот. Какая разница, нет такой ситуации, более теплое, менее теплое, вообще без холодного. Просто одно теплое, но более или менее. То есть мы можем, ну, не знаю, феноменологически можем степень теплоты. Нет, не можем, конечно. Мы чувствуем только переход. Что значит теплое без холодного? Ну, более теплое, там душ более теплый, менее теплый. Там. Ну тогда это и есть движение от горячего к холодному, от холодного к горячему. Ну просто и то, и другое теплое. То есть теплое отдельно воспринимается без холодного. Ну, это вопрос слов. Что мы называем холодным. Градусник, стоит или не стоит? Вы говорите, что не стоит. Баб говорит, что кувстоен градусник. Что я стою под душ, ага, 20 градусов. Под другой душ встал 25. А вы говорите от холодного к горячему, и там, и там. Вот встроен измеритель такой или не встроен? Но вот есть ощущение, что встроен все-таки. Что мало того, что там не один переход от холодного к горячему, но еще и мера задается какая-то. Величина некая, допустим. Допустим, это тот самый ноль. Да нет, не обязательно ноль-то. Не обязательно. У вас получается, что вы этот ноль берете и двигаете взад-вперед. Не пил 5 часов, у вас ноль, жажда сдвинулся. Это как качество красное, бывает там более насыщенное, менее насыщенное. Само красное, так же, как и теплое. То есть мы можем приписать, получается, некую числовую величину, или, ну, допустим, я бы говорил, что числовая величина, это не обязательно числовая величина. Ну, опять, вот, например, врачи это очень хорошо знают. Они приходят и говорят, больно? Больно. С вашей точки зрения получается, что этот ответ больно окончательный и бесповоротный. Потому что одна боль от другой боли не отличается. А они говорят, а вы оцените вашу боль по 10-бальной шкале. Сколько? 3, говорит человек. И вот такой механизм работает. Ну, Олег Михайлович, еще хуже, боли-то нет. Потому что... Да, у него больно, не... больно, вот, и, вот оно так существует. Да, равно не больно, потому что... Да. Нет. И у Олега Михайловича даже есть медитативная практика по поводу кризиса. А в оценке от 1 до 10, не просто от 1 до 10, а то, что 10, представьте, что 10 – это самая невыносимая боль, когда вы теряете сознание. Единица – это там, не знаю, легкий. Ну вот, тем не менее, в любой момент, если я нахожусь на 7-й части боли или на 9-й, я могу ответить на этот вопрос.
Иногда могу сказать, что вот в тройке нахожусь. Я сейчас... Просто раз мы перешли в разговор про жизнь, то про жизнь вот как раз идет разговор. В жизни как бы у нас есть более теплое, менее теплое. Условно говоря, более красное, менее красное. У нас не обязательно контраст. Просто вот действительно, разговор врача получается, что только больно. Вам больно? Больно. Вот с вашей точки зрения. Как больно? Откуда я знаю? До этого было не больно, а сейчас стало больно. Значит, очень больно. А тут конкретный вопрос. А ну-ка, от 0 до 10. Ответьте мне, сколько у вас? 3, 5, 7. Ну, по-моему, я без всякого врача знаю, что бывает немножко больно или сильно больно. Что, вчера родился, что ли? Ну, вот там, видите, опять. Не, ну понимаете, мы берем как бы нормальную ситуацию, ситуацию жизни тела. Понятно, что если тело опустить просто в абсолютный холод, оно через 5 секунд умрет, и это жизнь. Я с вами согласен, это жизнь. Это про жизнь. Человек опустил абсолютный холод, ему нормально. Да, это жизнь. Но тем не менее, вот если мы постараемся понять вот эту ситуацию сложнее, что. Мы на самом деле, вы говорите, что это всего лишь жизненный опыт, да? А может быть и не жизненный опыт, может это вот, это вот так устроено, природа, что ходит этот, ну кто там, страус, и оценивает человек, это существо напротив, все время измеряет выше, ниже, чуть-чуть выше он убегает, чуть-чуть ниже атакует. Да, я говорю о жизни тела. Да, вот это жизнь тела, вот она такая. Но вот это когда, вот эта величина не больше-меньше, а когда говорится, что мы можем сопоставить некие показатели, некоторую величину вот каждому нашему мужчине, это как получается другой разговор. Этот разговор имеет право на существование. Это же не разговор простых контрастов. А так получается, да, двигаем этот контраст туда-сюда, вверх-вниз, больше-меньше, больно. У маленького мальчика спрашивают, ему пальчики голоского кололи. Ой, очень больно. Ну, Игорь, вы просто погружаетесь действительно в жизнь. Да. Когда мне было очень-очень больно уже неделю, а потом боль утихла, она все равно больна. Но мне такой восторг и радость. Но мы так можем сколько угодно изучать жизнь во всех ее проявлениях. Все равно же речь идет о том, об игре удовольствия и страдания. После сильной боли слабая боль вызывает наслаждение, несказанное. Ну что, очень тонкое замечание, но мы же не об этом. Ну, вот в том-то и дело, что не об этом. Не об этом. То есть десятибалльная шкала боли, она не опытом обусловлена. Ну, у вас ток амперметр, амперметр меряет ток. У вас качество только дергается, не дергается. Много раз померил, тело много раз двигалось. Амперметр дает числовое значение, величину всякий раз. И стрелка двигается, и значение бывает. Ладно, ладно, я же не против. Просто когда мы говорим о жизни тела, и вдруг приходит врач со своей десятибалльной системой и градусником, то это не совсем жизнь тела, да? Ну, это уже некое отношение ума и тела. А мы сейчас говорим только о теле. В любом случае, тут присутствует всегда некое наслоение символической системы. Будь это значение, будь это градация и так далее. Если мы будем брать чистые впечатления, то разница между красным и бордовым будет именно как разрыв, как контраст. Это лишь только потому, что мы погружены в язык, где у нас есть вот эти все плавающие, означающие в виде названия цветов и так далее. И поэтому разница между не очень красным и бордовым зависит не от самого качества цвета, а от того, с какой стороны я на него смотрю. Потому что цвет моего рюкзака можно рассматривать как не очень красный, или как бы совсем не красный, либо как бордовый. Но тем не менее, различие между этими самыми качествами на уровне какого-то, не знаю, телесного должно быть именно в рамках перескока, разрыва. Так что давайте вернемся к простому примеру, да, от горячего к холодному, без всяких этих вот... Нет, горячего к холодному просто пример Питера. Вот как бы с цветами, вот допустим красный, как? Там же нет противоположного. Да, с вашей точки зрения бывает только краснее. Как вот красный? Вот есть красный. Какой противоположность у него? Понятно, дело, что если взять белый и черный, там тоже хитро можно придумать, там вывернуться там. А вот красный, он какой противоположности? Никакого нет. Вот просто красный, красный, все. Ну, было. На фоне другого цвета, это понятно. Но красный же. Нету никакого перехода, ничего нет. Образ.
мы с вами говорили, образ – это единство души и тела. А мы сейчас говорим только о теле. Зачем вы приплетаете всякие градусники и образы? Нет образа в теле. Мы сейчас говорим именно о том, что знание начинается с формы. А что до знания? А до знания контраст, где, разумеется, нет никакого красного. Просто иногда, когда я долго сидел в темноте, мне приятно выйти на свет. И наоборот, после света мне очень приятно уткнуться в тьму. Вот, во и все, вселенной... это жизнь тела. А посередине там красное, зеленое, какая разница? Во Вселенной сливного бачка нету теории наслаждения Платона. Нету. 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 0,1, конечно. Наша Вселенная — это Вселенная сливного бачка, конечно. Вы, думаю, правы, потому что жизнь тела – это еще и сигнал. Это нельзя игнорировать. Но жизнь тела все равно ведь завязывает сигналы на удовольствие и страдания. Если у вас загоревшаяся лампочка и сигнал покушать, нет. То сигнал… Если посмотреть на платонскую… То сливной бачок будет работать. На платонскую теорию, то она… как бы делает некоторое утверждение, которое он доказать не может. Но что это за доказательство к мере обрисующее? Равное удовольствие с равным страданием. Кто мерил, как мерил, почему мерил, откуда мерил? Нет. Ну, если я очень голоден... Если очень, да. Да, я очень радуюсь еде. Но по мере еды... У меня уменьшается и голод, и голод, и удовольствие. И зачем вам... А если у нас сливной бачок? Точно так же у сливного бачка. Да, то если у нас сливной бачок, вселенная сливного бачка, то мы сможем испытывать определенного рода удовольствие от еды, ну, не испытывая, по крайней мере, равное предшествующему их ощущение от голода. Вот в чем дело. Нет. Скачок, потому что скачок, качественный скачок между ними, между голодом, между двумя лампочками, скачок есть качественный. У вас поэтому красная лампочка может гореть и до бесконечности. До бесконечности вы будете испытывать удовольствие, если это так. Если лампочка горит, то синяя, то красная. Красная загорелась, удовольствие. И вот она горит, и вот она и испытывается. Сколько угодно, до бесконечности, пока лампочка не прогорит. Устанешь, захочешь в темноту. Вот нет, лампочка. Лампочка будет гореть, будет испытывать удовольствие. Ты не устанешь, в том-то и дело. Ну, понятно, что в темноту захочешь, там, да. Нет, ну, ценой бачок не испытывает ни удовольствия, ни страдания. Носилки, в общем, да. Все кладут такие мясные носилки, да. Это мы понимаем, да. Потом. Ну, как, абсолютно говоря, про лампочку. Ладно, давайте вернемся, оставим бачок на секунду только в стороне. Из этой вселенной. Бачок все-таки действительно не испытывает ни удовольствия, ни страдания. Он просто раз загорелось, то пусть горит. Я согласен. Вот. Что мы имеем вот в этом переходе от горячего к холодному, или вам нравится от темного к светлому через красное, которое, разумеется, красным не является никоим образом. Образа здесь нет, было решительно нет образа. Образ, как мы уже, слава Богу, знаем, это все-таки усилие формы создавать образ. А мы говорим о теле, которая форма как раз лишена. Хотя это чисто формальное состояние, с другой стороны, потому что когда есть переход от темного к светлому, от светлого к темному, от твердого к мягкому, от мягкого к твердому, то это тоже отсутствие качеств как таковых, то есть неразличенность качеств. Действительно, охлаждение означает, что где вы поставите границу, вот кончилось тепло, начался холод. То есть на градусе к этому есть, конечно, и в бачке только это и есть. Вот кончилось тепло, оба. Бачок становится, и дальше пошел сплошной холод.
А до этого было сплошное тепло. В этом смысл Бачка как раз. И его философии. Но на самом деле, ну, по крайней мере, возможно, другая вселенная, скажем так, я с большим уважением к Бачку, со всем уважением, но, возможно, другая вселенная, где вместе исчезновения, то есть, ну, при охлаждении нет границы между, что это, уже наступивший холод или уже наступившее тепло. Что это, уже наступившая сытость или исчезнувший голод? Этот вопрос не имеет ответа. И у греков много разных философов, которые рассуждали, что удовольствие – это лишь отсутствие страдания. Там, такого рода философствования много его в античности было. Вот. Так вот, с одной стороны, я говорю, что, собственно, я говорю, что с одной стороны есть непрерывность, вот при охлаждении, скажем, есть непрерывность, где нет разницы между теплом и холодом. При охлаждении нет разницы между теплом и холодом. Не знаете вы, где это бачок этот установить? Где кончается тепло, начинается холод? Абсурдно. Это состояние некоторое, вот, где одно есть другое. Совсем как в платоновских ощущениях. Но здесь не ощущение, то есть не познание. Платоновское ощущение – это познание, а это не познание. Можно назвать его ощущением и чувством, как хотите, но это не познание. А с одной стороны, неразличимо тепло и холод при охлаждении, а с другой стороны, есть направленность, говорю я. Есть направленность. Это означает, что, что тепло есть отсутствие холода. Или в обратную сторону. Нет, наоборот. При охлаждении холод есть отсутствие тепла. Направленность что означает? Вру. Что означает? Охлаждение что означает? Что холод есть отсутствие тепла. Если говорить о направленности. Итак, с одной стороны неразличимость, а с другой стороны направленность. Если неразличимо, то холод – суть тепло, есть тепло, и все. Некое сплошное такое вот состояние. Но есть направленность. Охлаждение – не то же самое переживание, как потепление. А если мы говорим о направленности, то получается действительно, что холод есть не что иное, как отсутствие тепла, если говорить о направленности. То есть, с одной стороны, есть неразличимость, а с другой стороны, есть направленность. И направленность есть ситуация прямо противоположная. На мой взгляд, это очень, ну, самое главное, что хотел сказать. На мой взгляд, это очень интересно и важно. Что если говорить о направленности, то при охлаждении холод есть отсутствие тепла, при нагревании тепло, если отсутствие холода, таким образом, одно есть граница другого. Потому что если мы говорим о том, что одно есть отсутствие другого, то мы говорим о границе. Оказывается, с одной стороны непрерывность, а с другой стороны вот он, холод, и тепло есть отсутствие. И холод есть отсутствие тепла. Вот он, холод, потому что холод есть отсутствие тепла. Мы так определили направленность. Холод есть отсутствие при нагревании, холод есть отсутствие тепла. В другую сторону, опять-таки, с одной стороны, неразличимость, мы не знаем, где кончилось охлаждение и началось потепление. Да, потепление, но глупо говорить, что вот кончилось наконец охлаждение, кончился холод, началось тепло. А с другой стороны, если мы говорим о направленности и говорим, что охлаждение – это одно, а нагревание – другое, совсем переживание другое, то, если мы говорим о направленности, оказывается, что тепло есть не что иное, как отсутствие холода. То есть, с одной стороны, непрерывность, а с другой стороны, различенность этих двух качеств. И это мы имеем в жизни. Это и есть, собственно говоря, вот ситуация. С одной стороны, неразличенность качеств, а с другой стороны –
различие и даже независимость качеств друг от друга. Вот холод, вот тепло. При охлаждении холод есть отсутствие тепла, при нагревании тепло есть отсутствие холода. Иначе не будет направленности. А направленность есть. И мы именно так определяем направленность, и, наверное, это получается как определение. Значит, с одной стороны, уже пятый раз повторяю, непрерывность, неразличимость, а с другой стороны, независимость двух образов. Образ тепла и образ холода. И это, понимаете, это, на мой взгляд, хороший, наконец, анализ потока, платоновского потока. С подачи самого Платона. Потому что поток – это неопределенно, там как раз и непонятно. С одной стороны, утверждается, что поток – это несущееся бытие, есть не что иное, как неразличимость, это очевидно. Это первое, что очевидно. Раз оно несущееся, значит, оно неразличимо. Качество, а с другой стороны, качество-то там есть. Форма делает, что делает форма? Форма различает. У Анаксагора мы это жевали, переживали. Форма различает. Если есть смешение, и смешение смешанного, как мы говорили, пусть. Но поскольку форма чистая, не смешанная, ей все равно, сколько там чего, сколь угодно мелкое, и сколь угодно перемешанное, она проходит даже как бы не замечая всех этих перемешений. Но здесь возникает противоречие. Если несущиеся, если смешение, то смысл в том, что качества как бы исчезают. А то, конечно, качество есть. Потому что даже если несущиеся бытие, то все равно это смысл этого несущегося бытия, что там где-то в себе есть качество. А вот теперь мы говорим, смотрите, какую вещь. Мы говорим, с одной стороны, неразличенность, а с другой стороны, ясное развлечение. Если при охлаждении холод есть отсутствие тепла, то этому теплу нет никакого, этому холоду нет никакого дела до тепла. Вот он. Тепло просто является его границей, как пустота является границей полноты. И наоборот. Так это уже не тело будет. Потому что есть такой опыт, когда лягушку нагревают медленно-медленно. И она не замечает, как это сваривается. То есть она не замечает разницы. Не замечает перехода. Она просто сидит в воде, как бы, и все, ее сварили. То есть она не видит этого перехода. Она не понимает, что есть тепло, есть холод. То есть то, что мы понимаем, что тепло, есть холод, значит, это, видимо, деятельность нашей формы. Ну, как-то может быть. Что есть отдельно тепло, есть отдельно холод. Значит, лягушки я не знаю, может, она что-нибудь... Ну, это какое-то такое... Это... Может, ей нравится? Ну, как вам нравится? Она сидит и сварилась. Медленно-медленно. Она же каждую весну, понимаете? Это холодно приходит. Тепло для нее это жизнь. Она же как-то незаметно раз и сварилась. Нет, просто она как бы... Если бы она знала, что есть отдельно тепло, отдельно холод, она бы на самом деле пыталась спать. Понимаешь, что слишком горячо стало. Но для нее как бы нету где-то... Переход как бы он не ощущается. Не чувствует его. Она сидит и уже все. Вы слишком много знаете о жизни. Я не силы бороться против такого. Трудно бороться с жизненным опытом, да? Да, да, если уже его очень много, то и про лягушек, и про все на свете. Мне еще один вопрос постоянно параллельно идет. Вот нет никакой жизни тела без формы. Его просто нет. Потому что как бы ты точно так же, как нету с одной стороны чистой формы, точно так же нет никакого чистой материи. Никакой жизни тела отдельно, самой по себе, как бы, такой вроде не должно быть, если следовать логике нашего рассуждения. Всегда есть форма. А раз всегда есть форма, то всегда есть как бы и образы, значит, получается, что-то в этом роде. Наверное, я соглашусь с вами, я просто не могу справиться с этой ситуацией. Я просто хочу показать, что в потоке, но в жизненном потоке, не в потоке познания,
у Платона и как у Анаксагора. А в жизненном потоке есть вот эти две стороны. С одной стороны неразличимость качества, с другой стороны их различенность. Когда одно есть отсутствие другого. С одной стороны одно есть другое, но то же самое с другой стороны. Одно есть отсутствие другого. И это дает возможность нам вот этому самому чистому и несмешанному форме как бы вторгнуться, что ли, в это вот, в этот поток. Если он был абсолютно сплошным, как одно качество, то туда не влезть никакому чистому уму, никакой чистой форме. Если они просто различены, то тогда и влезать некуда. Они уже и так различены, как разные образы. Холодное есть холодное, горячее есть горячее. Но в том-то и дело, что в потоке есть и то, и другое. И здесь открывается возможность для действия формы. Для действия формы. Какая картина получается? Есть некая жизнь тела. Кто его знает, Булат? Я действительно не знаю. Может быть, сам факт удовольствия и страдания – это уже влияние души. Может быть, животное не испытывает удовольствия. Ни от чего. Черт его знает. Я в каком-то месте им приходится останавливаться. Приходится, я так говорю, как будто вообще человеческий ум бессилен, раз мой бессилен, значит вообще как бы. Я не совсем это хочу сказать, но мне, по крайней мере, приходится где-то останавливаться. Я готов допустить, что, скажем, не человек, не собака, там, не обезьяна, удовольствия не испытывает. А просто дергают лапками, гримасничают рожи и вопят почему-то как резаные, очень впечатлительно вопят, а же потом ночью не спишь, когда слышишь, как собака, которую оторвали лапу, вопит. Но это не факт, что она испытывает страдания в человеческом смысле. Может, она действительно автомат, который там, вот, сплошной сливной бачок. Добралось, она стала орать благим матом. Я не знаю. Если меня спросите об этом, вроде как про вашу лягушку, я не знаю, что ответить здесь. Испытывают или не испытывают. Поэтому, когда я говорю «жизнь тела», черт его знает, что я имею в виду. Меньше всего я хочу при этом свести человека как бы к животным. Хотя я сказал, что Аристотель вроде бы так. Вот животная душа, растительная душа, животная душа и познание. Не животная, не растительная душа, они питаются, они там растут, они размножаются, но они не познают. А познание начинается с формы. Поэтому я говорю, что вполне возможно, что Платон, Аристотель опирается на Платона, на его учение жизни какого-то тоже неразличимого потока, который, однако, не есть знание. Но если в этом потоке, если там присутствие ума или нет присутствия ума, честное слово, не могу сказать. Можно ли представить себе действительно как-то, можем ли мы действительно представить жизнь тела просто вот без ума? Это немножко странно, да? Жизнь тела. Как может ли человек вообще голову себя откусить и посмотреть, как это тело будет обходиться без души? Вот. Я понимаю, что все эти разговоры, я понимаю, они совершенно осмысленные, но сказать мне абсолютно нечего тут. Но! Если мы так вот с некоторой условностью будем говорить, что это все-таки жизнь тела, то в этой жизни тела, еще раз, не просто несущееся какое-то бытие, где нет границы между холодным и горячим, а с одной стороны несущееся, и действительно нет границы между холодным и горячим, ее просто невозможно провести при охлаждении, ни при охлаждении, ни при нагревании. А с другой стороны, еще раз, при охлаждении холодное есть отсутствие теплого, а при нагревании теплое есть отсутствие, не что иное, как отсутствие холодного. То есть в первом случае теплое является границей холодного, как ничто граница чего-то. А во втором случае наоборот, холодное является границей теплого. И теплое и холодное выступает как вполне образы. Но это сторона, это другая сторона, тогда как одной стороной является полная их неразличенность.
И вот есть тело, которое проживает вот это вот состояние, когда с одной стороны качества не различены, а с другой стороны различены такие. Вот холодное, вот горячее. Холодное есть холодное, горячее есть горячее. С другой стороны. С одной стороны есть это жизнь тела, а с другой стороны есть вот этот факт, с которым мы всегда начинали. Душа делает тело формы. Вот. Вот есть факт, который противоположен, который останавливает жизнь. Есть факт, который останавливает жизнь. Познание начинается с формы. Именно так. Познание начинается с формы. Что предшествует познанию? Жизнь. А животная душа, растительная душа. Человек – это прежде всего познание. С чего познание начинается? Познание начинается с становления тождества души и тела. Что такое тело? Тело не пространственно. То есть тело то же самое, как, ну, в каком-то смысле то же самое, как Анаксагор определяет ум. Чисто не смешанно. То есть не пространственен и не качественен. И вот с одной стороны, думаю я, есть вот это вот неразличенное движение тела, которое переживает то охлаждение, то нагревание. А с другой стороны, есть вот это первоначальное усилие ума, которое останавливает жизнь, то есть непосредственно вот это существование, непосредственно телесное существование, и заменяет его познанием. Познанием, которое начинается с формы. Познание, которое начинается с формы. Но теперь мы, по крайней мере, понимаем, что не обязательно измысливать, что мы можем вот этот вот жизненный поток, он с одной стороны поток, а с другой стороны различенность. Поэтому мы своим вот этим чистым и несмешанной формой можем вторгнуться туда и все изменить. Создать образ, например. Еще что-то сделать. В первую очередь мы можем поставить точку, полагаю. В первую очередь мы можем поставить точку. Что это значит? Ну, в общем, в любом случае мы можем, если мы говорим о тождестве души и тела, если мы говорим, что душа делает тело формой и устанавливает тождество души и тела, и тело здесь уже не пространственно и не качественно, то мы прекратили это движение тела и превратили тело в некое вот в непространственное состояние, которое как-то к жизни, ну как вот экстенционал и интенционал. Некий перпендикуляр жизни. Если жизнь есть, с одной стороны, неразличенность, а с другой стороны, различенность качеств, то этот перпендикуляр, эта телесная форма, может в самом деле установить вот это самое, ну, сам этот перпендикуляр. Установить форму, которая могла бы быть, могла бы остановить жизнь. Все, больше мы уже не охлаждаемся, не нагреваемся. А теперь мы пытаемся познать холод как образ и тепло как образ. Все. Лягушечьи радости кончились. Теперь для нас холод – это образ, и тепло – это образ. Ну, да, как бы в принципе меняется ситуация, начинается познание. Почему? Потому что в жизни уже тепло и холод были образами. Отчасти. Был этот момент в текучести жизни. Если бы там была сплошная сплошнота, неразличенность, ничего бы не вышло. То есть вот еще раз, это анаксагоровское смешение,
оно на самом деле непонятно, потому что, с одной стороны, есть смешение, нет качества, а если есть качество, то нет смешения. Если есть качество, то нет смешения. Сколько не смешиваю, качество остается качествами, и чего толку твоего смешения? А если было бы, например, теплота только 21 градус и 20 градусов, и мы бы никак не могли это различить. Как мы бы не могли вторгнуться туда? Ну, вот было бы так, что у нас, условно, всегда 20, иногда 21. Но нам как бы это телесно никак не прожить, там разница. Потому что это как бы неощутимо. И тогда что? И торгаться некуда. Нет никакого перехода. Ну, условно говоря, бараками поместили, и там постоянно одна и та же температура. Плюс-минус. Почему бараками? Ну, куда-нибудь так. Куда? Не бараками, а куда-то. Как назвать это правильно? Это... Бараками там давление. Да, на кубе поселили, у тебя там круглый год одна и та же температура. Нет, ну есть в ванной лили, да, где вообще отключается чувство, там разум не проснется. Там разум не проснется. Одинаковая температура, темнота, тишина. Никаких ощущений, никаких контрастов. Я тоже кое-что знаю о жизни. Не, я говорю про это называется депривация абсолютно. Вроде что там с ума сходишь и все. Вроде так, да. По крайней мере, нет шансов проснуться уму. И сделать тело. Ну просто тело, так, тело, и так и получится, что если нет никакой формы. Разницы, то и уму-то как бы не за что зацепиться и все, да? Ну, получается так? Получается так, конечно. Конечно. Я говорю, жизнь предпосылка. Жизнь предпосылка. Только остановив жизнь, можно перейти к познанию. Если жизни не было, то откуда вы возьмете качество еще раз? Форма не может измыслить, ни красная, ни соленая. Как бы красиво Аристотель не строил, да, форма первее в познании, но форма не может измыслить соленое, делать соленое соленым. Значит, мы должны обратиться к жизни, и действительно мы переживаем то засолонение, то опреснение, и все время играем в эти игры. Вот, и все время находимся в этом состоянии. Ну, если, конечно, соленое нас не убивает в отсутствии пресности, просто разрушаются органы чувств, при слишком ярком свете или при слишком большом холоде органы чувств разрушаются и разговор заканчивается. А если нет, если же все-таки жизнь идет, то она идет именно таким образом. От горячего к холодному, от холодного к горячему. Если мы задерживаемся на кипятке, то потеряем просто орган. Так вот, этот самый поток пресловутый, он столь же поток, сколь и дискретность качеств. Столь же неразличимый, сколь и дискретность качеств. И это дает нам возможность поговорить о том, как этот поток жизненный превратить в опыт познания, где форма первее. Грубо говоря, что вот это вот тело, хотя это телесная форма, тело является формой, она все равно чистая и не смешана. Она вне пространства и вне качества. Тело все равно вне пространства и вне качества. Если была бы только неразличимость, то ничем нельзя было бы помочь. Но дело-то в том, что есть и неразличимость, и направленность. А направленность предполагает различимость. И тогда действительно это... вне пространственная телесная форма действительно может вторгнуться в это вот в эти щели. И можно будет говорить о познании, которое, на мой взгляд, нужно начинать с точки. Про линию мы уже много говорили, про точку не говорили еще ничего. Мы только так намекнули, что точка тоже должна строиться по тому же принципу, что и линия. Но это уже вот за пределы моих физических сегодняшних возможностей.